Всем привет, мои дорогие! Мы сегодня с утра с Эндыром вышли в город по делам. Мы находимся в самом старом центре. Отсюда начинался Мерсин. Здесь вот суд находится. Здесь или здесь. Это Метропол район. Метропол Махальс. И вот так выглядит он. Вот, посмотрите. Старый район. Сейчас хотим позавтракать, наверное, не знаю. Дела сделаем, если успеем. Очень много дел. Очень. Цветочки продают. Жарища такая. Ашкин позавтракал, я отказалась. Хорошо. Идем, походим здесь по центру. Если что-нибудь интересное будет, расскажу вам. Вот это самое высокое здание в Мерсине. Его строили японцы. Япончо он, ну, иншат яптылер. Наверное, японцы с турками вместе. Вместе с турками. И что? Что здесь такое написано? Непонятно что. Вот в таких шароварах ходят тоже местные жители. Кёзлями пекут. Кто желает позавтракать? Там и здесь. Здесь дешевые продают вещи. Ой, сколько обувщиков. Обувь чистят, обувь. Хотите приобрести что-то дешевое, вот надо вам приехать в центр. Здесь прямо на улицах продают и дешевую обувь. И вот Эндера магазин. Говорю, у тебя оказывается магазин был. А ты скрывал. Ну здесь очень такой не брендовый, нет. Турецкий пошив. Трикотаж. Для молодежи здесь можно дешево купить. О, сейчас новые игрушки вот эти. Нервы успокаивают. Такие магазинчики в центре Мерсина. Стоим на автобусной остановке. Это возле лимана. Вот там дальше лиман. Едем домой. Мы сейчас едем в автобусе, и что хочу вам сказать, что здесь очень часто женщины-водители. Я заметила это. И они соблюдают все правила, спрашивают у пассажиров, сколько мест осталось свободных, и больше они не останавливают ни остановках, если никто не вышел. Такие правила, мне это нравится. Пришли мы домой, я заснула в автобусе, отдохнула чуть-чуть, полежали, кофе выпили, а сейчас уже хочется мне кушать. Решила приготовить себе, боже, что, не знаю сама, извиняюсь, поперчила, вот пряности, когда добавляю, всегда потом чихаю. Что у меня здесь, друзья мои? Мой муж не будет это есть, это я для себя. Кабак, грудка, помидор, болгарский перец, и знаете, чем залила? Йогурт с яйцом взбила,
оливковое масло, столовую ложку. Да, и лук еще тут есть. И это поставлю сейчас в духовку. Поставлю в духовку. Посмотрю, как, чтобы пожариться. Не знаю даже, первый раз такое делаю. А мой муж говорит, ничего мне не делай, отвари мне макароны. Кушать не хочу совсем. Ну вот, а я очень хочу. Буду ждать с нетерпением, когда это всем. Сверху можно, в принципе, и сыр тоже. Я так посмотрела сейчас. Жарища. Пришли мы в 12. Как будто... Или мы постарели, или что происходит со мной, не знаю. Сейчас я переверну камеру и поговорю с вами. Друзья мои, или я постарела, или что происходит, или от такой жары. Как я такая отключенная. Может, я не высыпаюсь. Я сидела в автобусе и заснула. У меня так всегда происходит, потому что у нас длительно очень большие расстояния. Надо минут 40-50 ехать от центра к нам. Ну вот, не сняла свои сережки. Не сняла сережки. Как вам моя прическа? Надеюсь, вам понравилась, я думаю. Хотя написали там написали в комментариях. Ой, так мне плохо написала, да, моя красавица Лапулечка. Ну вот что-то вот ее так видно, я затронула. Так мне написала плохо. Но я желаю вам, моя Лапуля, счастья и всего хорошего. Не надо осуждать. Не осуждайте меня, не осуждайте. Не осуждайте. Я с ума не сошла. Я преданная, порядочная турецкая жена. А я сейчас не могу сидеть перед вами в одежде с длинными рукавами. Это очень жарко. Это просто невыносимо. Я себя прилично веду, и мой муж смотрит мои видео. Если мой муж говорит, ничего не говорит, значит, я себя веду достойно. И вы не переживайте. Удачи вам, всего хорошего. Просто вы сделали мой день. Ну, спасибо вам. Я уже не буду одеваться так, как вы там указали. Но я... Просто вы приезжайте в Турцию, вы, наверное, и так в Турции живете. Приезжайте в Мерсин, посмотрите, какая здесь влажность и жара. И вы поймете меня, почему я так себя веду. Боже мой, сейчас сколько времени? 3 часа дня. Ой, не знаю, как будто у меня уже 10 часов вечера, так чувствую себя. На море не пошла 2 дня. Или вчера я была. Я вообще перепутала все дни. Да, я была вчера в понедельник. Или вторник вчера был. Вы видите, что со мной происходит? Жара на мне как действует. Жара как действует. Ашка мне поставила сюда радио. FM. Интересно, работает оно? Как-то включается же. Ашка. Включается или нет радио? Сейчас надо положить мою еду, чтобы она готовилась. А то я поставила ее сюда. А нужно же, чтобы она готовилась. Но мой муж говорит, что это такая посуда, что не испортится. Но я все-таки бережу, Бог бережет. Ставлю ее на поднос. Ашка мой отключился. Ты отключился? Кингель. Кто-то к нам пришел. Сейчас посмотрим. Смотрите, что у меня получилось. Красота-то какая. Знаете, что думал? Может мне... Я думала испортиться. А нет, слава богу. Выдержала. Такая хорошая вещь будет, если выдержала. Вот сейчас я положу там. И сверху сыром засыплю. Сверху я посыпала сыром. И посмотрите, какая бурда получилась. Вы знаете, что я уже не хочу его бурду. Макароны с курицей. Он мне курицу тоже бросает. Жалеет меня. Хотя у меня полно здесь курицы. Полила йогуртом, чесноком. Салат рядом. Вот и кушаю. Зеленушка, мята.
приятного аппетита нам.